Россия – страна будущего. Как часто можно слышать заявление правительства о том, что в скором будущем. И далее, в зависимости от темы разговора, не все из обещанного сбывается, но многое все-таки сбылось. Недавно Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия в будущем перейдет на 4-дневную рабочую неделю. Что это даст экономически активным россиянам? Люди будут искать в освободившиеся дни вторую работу или станут больше отдыхать? Скорее всего, я бы стала искать вторую работу, потому что с нашими зарплатами на 4-дневке, я не знаю, нереально. Я думаю, не перейдут, потому что не зря перешли на удлиненный пенсионный возраст, потому что не хватает людей, не хватает ресурсов. О чем говорить? Это болтовня. Конечно, большинство будут вторую работу искать, потому что нищает наша Россия. Я не поэтому, как сказать, профилю работаю, то есть у меня не два выходных, я езжу в командировке, у меня месяц я работаю, месяц я отдыхаю, поэтому на этот вопрос сложно ответить мне. Ну, смотря какая зарплата будет. Может, если зарплату прибавит, буду отдыхать, нет, так будем вторую работу искать. Понятно, ну, спасибо. Как-то. Без этого никак, ипотеку платить надо. Лучше отдохнуть, я так понимаю. Если на 4-дневной работе платить как на 6-дневную, то лучше отдохнуть. А если мало будут платить, то нужно найти вторую работу. Отрицательно отношусь. Пенсионный фонд, пенсионный возраст обратно бы лучше бы вернули. То есть 60 лет для мужчин, 55 для женщин. 4-дневная неделя – это, по-моему, глупость. Но поскольку моя профессия – учитель, 4 дня рабочих, мне кажется, просто у нас никак невозможно будут. Никак. Ну, у учителей же есть методический день. Методический есть. И если будет пятидневка в школе, то возможно. Ну, это так и есть, потому что вот как в принципе, вот при таком графике спокойно можно отдыхать. 4 рабочих дня. Ну, что могут люди заработать с ними? Во-первых, это люди вынуждены будут просто еще где-то добывать. Если уж они работают по неделе, они не могут, жалуются на жизнь. А 4 дня отдыхайте, пожалуйста, на что хотите, короче, я так поняла. Ну, отдыхайте. Мы вот раньше работали, мы ждали этого отпуска, не знаю как. Я считаю, что нужно искать дополнительную работу. Здорово. Чтобы было больше средств к существованию, иначе мы находимся все за чертой бедности, 70% наших жителей. Ну, я считаю, для женщины это очень хорошо, потому что домашних дел очень много, и хотелось бы хоть день отдохнуть в 7-дневной неделе. Я думаю, как раз этот день пойдет на отдых с семьей, на какие-то свои личные нужды.